вам не надо сильно и навязываться ему со своим знанием. То есть, ну, это пусть будет ваше хобби, когда он сам проявит желание, интерес, вы ему рассказываете. Просто поймите, что если человека грузить тем, чего он не понимает, он будет пугаться. Особенно, если это касается изменением жизни. Если что-то говорить, что не меняет жизнь, тогда люди и спокойно относятся. Но то, что я говорю и делаю, это меняет жизнь людей. Жизнь меняется. И верит человек в Бога становится сильнее от моих лекций. Но я всегда говорю на каждой лекции, чтобы люди не меняли свою веру. Если любая вера является сектой, тогда я уже не знаю, что сказать на этот счет. Еще можно вопрос один? Да. А как правильно молиться за мужа и за ребенка? Ребенок часто... Ну, поймите, что у нас мы ниточками связаны со всеми родственниками. Эти связи, они отмечены нашей памятью. Если вы уже сейчас беспокоитесь о них, значит, Бог это уже знает. Дальше вы просто в молитве настраиваетесь на тех, кто молится, и слушаете их, молитесь, как они, и забываете про себя и про своих родственников, думаете только о Боге. И в это время Бог помогает вашим родственникам. А потом в конце молитвы вы просто вспоминаете их и пытаетесь почувствовать свое воспоминание, свою память, потому что в памяти человека содержится понимание, что происходит, какие отношения, лучше ему стало или нет. Все это вы в своем сердце почувствуете. Сначала вы почувствуете, что с мужем все будет хорошо в сердце. Потом на второй стадии вы поймете, что вы говорите ему что-то, он уже начал вас слушать, хотя раньше не слушал. На третьей стадии он сам начнет развиваться. Но куда он будет развиваться, какую веру, я не знаю. Это все решается самим человеком, индивидуально. Спасибо большое. И это хорошо, когда человек развивается в любое направление духовное. Главное, чтобы это было направление классическое, традиционное. Это может быть традиционное христианское направление, мусульманское, индуистское и так далее, буддистское. Ну, то есть надо, чтобы была школа духовная какая-то, которая тысячи лет уже существует. Не надо никакие новые течения принимать, это очень опасно.